Настоящая битва роботов развернулась в Самаре. И это не кадр из фантастического боевика, а всего лишь областной фестиваль по робототехнике. В центре внимания действительно умные машины. Ими не надо управлять дистанционно, роботы распознают цвета и реагируют на свет. По замыслу конкурса киборги преодолевают треки с препятствиями, двигаются по заданной траектории и сбивают кегли. Создатели умных машин – юные робототехники. Самому младшему из них всего 6 лет. Платон Степанов и его подопечный по имени Папай подготовились к соревнованиям основательно. Мы собирали вчетвером. Вот с Егорой собирали, я собирал, мой папа и его папа. Вместе мы его придумывали. Я первый раз участвую. С одной ошибкой все состязания прошли. Собрать самого робота нетрудно, признаются юные создатели киборгов. Для этого всего лишь нужны желания, конструктор Лего и специальные датчики. Самое сложное – это заставить машину думать. 12-летний участник соревнований Дима Яцкевич волновался до последнего. Всему ли он успел обучить своего бойца перед началом соревнований? Мальчик самостоятельно осваивал основу программирования. Ну, там программы, там просто есть разные блоки. Например, там решение блока, например, там если белый цвет, тогда он, например, движется прямо. Если черный, то назад. В принципе, все легко там, если разобраться. Подобные соревнования в Самаре проходят впервые. Юные конструкторы уверены, это только начало, а значит, впереди новые битвы. Екатерина Вьюшкова, Олег Лаевский, специально для 60 природ.